Приветствую всех, товарищи строители советских республик. Решил немножко передохнуть, перекурить, да, но забыл выйти из игры после того, как сохранился, и у меня уже побежали первые людишки. А, в общем-то, везде что пусто. Вот. Давайте вот посмотрим на это здание. Оно устроено хитрым образом. Есть такие модики интересные. Я не знаю, как они, смогут ли они работать. Ему надо электричество. Так что он может и не заработать без электроэнергии. Да, вот беда, огорчение. У меня еще исследования включены. Шахи-палки. Свободную застройку добавлять. Еще одну вещь надо будет. Несколько штук для деревни. А, блин. Дело в том, что есть еще для железных дорог, для модов с паровозами. Но оно выглядит немножко некрасиво. А, у меня отключено. Надо будет включать. Надо будет включать. Оно захочет перезагрузить. Да, блин. Грузиться будет долго. Нет, ты смотри, что-то в лесу сдохло. Так. Да. Давайте я продолжу, с чего начал. Заправочные. Вот, на 10-е годы, но она, на мой взгляд, просто выглядит не очень хорошо. Я на самом деле хотел поискать либо какое-то небольшое хранилище для угля, использовать его модель, просто переписать описание этого здания и пририсовать к нему это, ну, кусок железнодорожного пути. Потому что с баками, с этими, ну, как-то оно все-таки для паров. Хотя, знаете, баки для воды, ну, было бы лучше, если бы автор все-таки взял модель водонапорной вышки и бункера под уголь. На мой взгляд, модель не очень подходит. Хотя, в принципе, по логике вещей, если от верхней точки, где конвейер должен присоединяться, который будет уголь подавать, то, в общем-то, как угольная вышка, она будет выглядеть, но баки смотрятся немножко не так. Ну ладно, нам до этого далеко. Просто я не знаю, эта беда у нас на самом деле заработает или нет. Да, еще люди. Люди начали прибывать у меня, да? А мне надо 4 единицы техники. Так. Два крытых грузовика, потому что радиоприемники, а даже три, даже четыре, в общем, 5 единиц техники всего надо будет мне. Еще и рефрижератор будет необходим, и потому как у нас мы еще исследования не проводили, и у нас такая беда получается, у нас отсутствуют автомобильные базы снабжения. Нам по древнему способу, как это, когда в игре не было этих автобаз снабжения, надо будет все делать. Ключи заработали. Давайте поставимся на паузу, посмотрим, что у нас есть в исследованиях. Машиностроение. Химия. Базовое знание загрязнений с 800 трудодней. Вы взбесились. Прослушивание, лес, производство топлива, изучение бетона, производство битума, аэропорты, оптимизация отходов, удобрения. Все классно. А мне именно, ну, мне, как мне понять, где мне
Вот, дерево исследований есть. Это уже хорошо. У нас мединститут. У нас есть разные вещи, но переключиться мы в них не можем. Пропаганда. Нам надо машиностроение точное, передовое, конвейерное производство, автомобильной техники. А где же база снабжения? Да, вот это вот хорошо, это меня радует. Вот. Лесоповалы сами, наконец-то эта фигня произойдет, лесоповалы сами начнут у нас все выращивать. Отели. Оптимизация снабжения. А где это все изучается? Красным у нас подсвечено. Идем в красное. Красное на черном. Ти-ди-ди-дим-та-да-та-да-да-дам. Красное на черном. Па-бу-бу-бум. Би-би-би-би-бам. А красный-то у нас штаб компартии нужен, да? Охрененно классно. Штаб компартии. Заходим в моды. Да ну, твою мать. Ох. Ладно, через моды это будет, наверное, долго. Вся эта фигня должна храниться у нас в образовании. То есть, чтобы автобазы снабжения придумать, нужен штаб компартии. Для изучения логистики нужен штаб компартии. Где логика? Еще хитить колотить штаб компартии. Ай-яй-яй. 1000 с чем-то трудодней. Слушайте, мне надо теперь еще рисовать штаб компартии. Еще раз дерево технологий, где ты, блин? Логистика у нас. Знаю, тогда нужен экономический университет еще добавлять. Жесть. Ладно, с изучением тогда. Ну, в общем, я буду садиться делать еще и университеты. Тоже такие дешевые постройки для раннего старта. Ладно, я хотя бы проблему усёк. Так. Загружать, ждать загрузку в этом случае ни в коем случае не ставим. Почему? У нас все эти без автобазы снабжения, они будут мешать друг другу. А, этот у меня все-таки поедет в другое место. Если я возводил это бар. Нет, это сельмах. КПЗ. Блин, я отправил. КПЗ пока обойдется. Не, в сельмах я все-таки отправил, да? В сельмах, а вот это пивнушка. Ну тут можно и ждать выгрузку поставить. Потому что он один будет ездить. Он мне трафик не забивал. Так. Что нам надо? Одежду. Одежду и приемнички. И приемнички. Так, ну основное для людей есть.
Насчет тепла и электричества могут возникать проблемы в некоторых зданиях. Так, а мы еще стоим. Поехали, поехали. Мне нужен рефрижератор. Одного, я думаю, хватит. Ну да, вот у нас топливо урожая начало появляться. Нормально. Где наш сельмах? В общем, такую же фигню надо будет делать и для КПЗ. А для КПЗ нам надо 3. 2. Ну, к большому сожалению, мы вот не можем у нашего грузовика. Это амбуланса. Ух ты ж, да. Я забыл. А кареты скорой помощи. И мусоровозов, скорее всего, у нас не будет. И к тому же у меня не будет здания под мусоровозы. И под, а, это у нас в дорогах. Техобслуживание. Технические службы, вернее. Как меня всегда радует эта долбущая табличка, которая ни к селу, ни к городу полэкраном не загораживает. Ну, я знаю, что я ставлю. Нафига мне подсказка? Но она побыла там несколько секунд и уплыла куда-нибудь вдаль. Ну что, я ее ставлю, я хочу посмотреть, у нас мусоровозы есть или нет. Ну вот, у нас проблема в чем? У нас электрики нет. У нас нет электрики, это требует, опять же, модификации модов. Почему? Вот такой примитивный я поставить не могу никак. Вот никаким каком и все тут. Поэтому что мы делаем? Пока я не модифицировал бесплатную, и даже я не знаю, если я сделаю бесплатную постройку, на автобазе, в автобазе у меня бесплатной постройки нет, по-моему, и автобаз временок тоже. Слушайте, давайте я гляну на автобазы, вдруг временки есть, мы можем понять. Станция техобслуживания. Просто хочу глянуть, есть ли времянка. Ага, у нас вообще классно. Да, если делаешь времянку, то исследования не нужны. То есть мне вот сделать электро вот эти вот генераторы, как времяночку. Это супер. Давайте просто посмотрим на нее. Так, это скорая. Icebox. А. Ну, в принципе, вот это вот, я не знаю, будет оно работать на самом деле. Нет, оно работать не будет, потому как оно прописано как своеобразный завод, который делает топливо из зерна. Ну, вот можно обмануть, в общем-то, систему исследований благодаря времянкам,
И эта временка из воды, она, по-моему, можно их строить бесконечно. Это у нас... Так. Добавить. Давайте добавим наших. Ну, у нас, да, тут затор, потому что выгрузка. Все, вот они поехали, нормальненько. Ну, так, получилась, наверное, коротенькая серия. Ну, немножко я уже подзаморился. Вот встретимся, когда я займусь редактированием вот этих, этих самых ветрячков. Когда займусь редактированием ветрячков, как времянок, хотя бы там нескольких штук. Для обеспечения, по крайней мере, ну, вот некоторых объектов, которые требуют электричества. Ну, надеюсь, кому-то это видео было интересно, так что до скорых встреч. В этот раз я уже засейвлюсь и уйду. Вот, потому что надо редактировать. И то я нажал. Так что пишите, если было интересно именно это прохождение, я тогда переключусь на него. И будьте все здоровы.